Вы своими глазами, своими руками убеждаетесь в обилии морепродукта Аляски. И хотим напомнить, что буквально через 10 минут возле нашего красочного форменного стенда Аляска Seafood, морепродукты Аляски, где начиналась наша презентация, через 10 минут здесь начнется розыгрыш лотереи. Я напоминаю, что участниками нашей лотереи стали те люди, которые в течение нескольких дней, двух недель покупали морепродукты Аляски в нашем магазине и приобретали вместе с покупкой флаера. На этих эти флаера содержат информацию о вас, а также рецепты тех блюд, которые вы приготовили с помощью наших морепродуктов Аляски. Только те люди, которые зафиксировали свои данные и свои рецепты на этих флаерах и сегодня принесли их и опустили в этот прозрачный лототрон, только эти люди имеют право сегодня участвовать в розыгрыше. Это я ввожу вас в курс дела. Большое спасибо за ваше понимание. И спешу сообщить, что сегодня у нас есть ряд призов. Я не скажу, что он бесконечный, но нам есть чем вас порадовать. Поэтому, пожалуйста, очень внимательно слушайте то, что будет говориться во время розыгрыша лотереи. И не пропустите свою фамилию, потому что условия нашей лотереи, они просты, но одинаковые для всех. Вы имеете право стать обладателем любого приза, только в том случае, если вы физически находитесь в зале, когда объявляют вашу фамилию. Поняли, да? У нас нет такого, что вы находитесь где-то через за квартал до нашего магазина, кто-то услышал вашу фамилию и набрал вас по телефону. Нет, здесь такое не проходит. Условия нашей лотереи, надеюсь, понятны всем, поэтому сейчас мне хочется дать вам еще буквально 5-8 минут для того, чтобы вы выбрали что-нибудь еще из нашего огромного ассортимента, совершили еще одну покупку и уже к половине второго, да, ровно в 13:30 мы начнем нашу лотерею. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте до начала лотереи, мы постараемся на них ответить. Всем спасибо.